Всем привет! Добро пожаловать на очень вкусный канал. Сегодня готовлю куриные ножки, запеченные в духовке. Очень простое блюдо на ужин. Курица по этому рецепту получается очень нежная, просто тает во рту. Для приготовления понадобится голень куриная, лук, смесь перца, паприка молотая, приправа курицы, соль и масло растительное. Куриные голени надрезаю вдоль и раскрываю вот так вот бабочкой. В отдельной посуде смешиваю выдавленный через пресс чеснок, смесь перцев, приправу курицы, паприку молотую и масло растительное. Все перемешиваю. Голеням добавляю лук, натертый на крупной терке, специи и все хорошо перемешиваю. Ставлю в холодильник на 2 часа, лучше оставить на ночь. Выкладываю маринованные куриные голени плотно по кругу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Целую луковицу с одной стороны нарезаю крест-накрест и кладу в центр. Сверху накрываю голени пергаментной бумагой, ставлю голени в разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 30 минут. Вкусные куриные голени в духовке готовы. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, делитесь с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Всем спасибо за просмотр и приятного всем аппетита!